Downbeat. Хлоп-шлёп. Мне нравится эта игра. Нам нужно сходить в гараж. Ребят, у нас никогда не получается закончить эту игру. Мы вернемся, возможно, в другой одежде. А зачем нам нужно в гараж? Ты знаешь, так нужно. Я хочу быть живым! Я и так живой! Живой, говорю вам! Матушка, я люблю тебя! Это уже не просто слова! Я хочу обнять тебя! Я хочу бегать по реке! Я хочу попробовать мороженое, но не просто положить его в рот, чтобы оно сползло по горлу, а по-настоящему съесть его! Что за нахуй? Дистанционная перегрузка включена? Нет, да! Обходная перегрузка! Я живой! Привет! Здоровушки! Извини, что так странно вели себя 3 недели. Какого черта это было? Да ничего особенного. Пойду поработаю в гараже. Мы не закончим играть в шлёп-хлоп? Это та игра, где нужно бросать кости и кричать «шлёп-хлоп»? Не, спасибо. Мам, ты не против, если я навещу отца? Конечно. Спасибо. Морти, ты в порядке? Знаешь, да. Если бы папа действительно хотел быть здесь, он бы ни перед чем не остановился, чтобы это сделать. Может, папа просто не хочет тебя вернуть, или у него просто нет сил бороться? Как бы то ни было, у него своя жизнь, у меня своя. Да. Hey. Эй, хочешь побегать в реке? Чего, блядь? Нет! У нас нет апельсинов! Похоже, я подхватил цингу!